Добрый день! Вы смотрите новости рынка Форекс, подготовленные для вас компанией Инстафорекс. С вами я, Екатерина Недачина. Снова общественность возлагает огромные надежды на принятие важных решений лидерами Европейского Союза на следующей встрече в декабре, как было и в прошлом году. Экономическому объединению так и не удается найти оптимальное решение в вопросе преодоления кризиса еврозоны, так как на деле отсутствует какое-либо продвижение на пути интеграции и укрепления единого монетарного союза. От прошедшего саммита экономисты ожидали конкретики по вопросу создания банковского союза, однако на деле оказалось, что до предстоящего события еще очень далеко. Некоторые ключевые вопросы, такие как законодательные рамки для банковского надзора, будут рассмотрены уже на декабрьском саммите. Но реальный запуск проекта планируется не ранее, чем через год. Как обычно, не обошлось на саммите и без разногласий. Германия, Нидерланды и Финляндия в деле рекапитализации государственных заимствований настаивают на сохранении ответственности национальных регуляторов за старые долги. Но такая позиция противоречит идее создания единого монетарного союза и вселяет сомнения относительно успешного решения проблемы. Как бы там ни было, теперь лидерам ЕС предстоит более тщательно продумать и проанализировать свои дальнейшие шаги, которые будут приняты, скорее всего, уже через 2 месяца. Будьте в курсе новостей вместе с компанией Инстафорекс. И всего вам хорошего!